Если вы играли в GTA Online, то вы можете знать, что там, когда, допустим, тебя уже можешь немного потерпеть и можешь немного не потерпеть, да и в целом, ну зачем тебе вот это вот все надо? А есть один такой журнал в GTA Сампе, вообще он во ВКонтакте, но он на GTA Сампе, поэтому скажем, что он в GTA Сампе. Мастерской Аризона РП. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Наконец-то, вот просто ура, просто замечательно. Вы знаете, я уже долгое количество времени, на протяжении, вернее, большого количества времени, я рассказываю вам о новостях каких-то там прочих вот этих вот всех серверов, там, я не знаю, Advance Roleplay, может быть, Diamond Roleplay, может быть, там какие-то вот эти вот все мобильные сервера, Saint-Tropez RP, там, я не знаю, Arizona Mobile Games Roleplay версии 0.37, 0.38, 0.3DL, а скачать бесплатно, слив и вот все-все-все прочее. И вы знаете, как же приятно рассказывать про какие-то вот эти нововведения именно в компьютерной версии Arizona Roleplay. Не в мобилках, не там в чем-то еще, а вот именно компьютерная, отличная, замечательная версия. Вот это вот мне, вы знаете, очень даже нравится. Поэтому, ну, давайте, в принципе, приступим уже непосредственно к самой новости. Лирическое отступление у нас закончено, и мы можем приступать непосредственно к самим вот этим вот всем вещам. Так вот, некоторые из вас, наверное, после того, как получили бесплатную GTA 5 в Epic Games Launcher, отстояв там все вот эти вот, знаете ли, DDoS-атаки, то, что там магазин не загружался, был на разных языках, все было как-то непонятно, и вот, наконец-то, как-то там, знаете, еле-еле вы взяли себе лицензионную копию игры GTA San Andreas, ой, ну, вернее, GTA 5, или там, я не знаю, GTA 4, возможно, неважно, чего вы взяли версию, но в целом вы можете поиграть в GTA Online, вот, как бы, потому что вы, типа, взяли версию, вообще у вас все нормально, разумеется, если у вас игра идет, если у вас там, знаете ли, не Pentium какой-нибудь там самый первый, там еще какой-нибудь, там не два ядра, там не один гигабайт ОЗУ, то тогда, в принципе, вы вполне можете поиграть в одиночку, там на каких-нибудь, я не знаю, 20 FPS-ах, с фризами, разумеется, но хотя бы так. Я вот, допустим, в свое время именно так GTA 5 и проходил, и ничего, вырос как бы нормальным, цивилизованным, адекватным, таким, знаете, эрудированным, там, я не знаю, каким-то интеллигентным человеком, поэтому, в принципе, могу вот это вот все посоветовать. Ну ладно, а если вы играли в GTA Online, то вы можете знать, что там, когда, допустим, тебя уже много раз убили, а ты, типа, такой неконфликтный в целом, ты там можешь немного потерпеть и можешь немного не потерпеть, да и в целом, ну зачем тебе вот это вот все надо? Кого-то убивать, какие-то там вот эти вот все прочие вещи делать, если можно просто включить себе вот этот вот пассивный весь режим, чтобы тебя не убивали, и чтобы с тобой в целом все было нормально, хорошо и вообще замечательно, а также отлично. И вот, Arizona Roleplay, Arizona Games, во главе там, я не знаю, Валика, во главе там каких-нибудь прочих вот этих вот всех скриптеров, возможно, во главе Стаса, директора, конечно, это вряд ли, но тем не менее, вот они увидели все эти комментарии, где люди пишут, типа, ой, Arizona DM RPG нас убивают, мы никак ответить не можем, мы дебилы, мы дураки, блин, мы вообще, нам как бы, нам подайте, чтобы мы реально командами вот этим подрочились, нам похуй, что вы нам дали, ну, практически совершенный игровой мод, где все интересно, где все разнообразно, и то, что вы его дополняете, каждый там один, там, два месяца, причем такими неплохими фишками, да, то есть, ну, в самом деле. И ладно, ладно, нам на все это похуй, просто сделайте так, чтобы нас не убивали. И Arizona Roleplay, во главе вот всех вот этих вот людей, которых я обозначил, озаглавил раньше, принимает одно такое значимое, важное решение для абсолютно всей GTA самповской, как вы можете понять, индустрии. Напишите в комментарии, что самп это не индустрия, я жду. И вы знаете, и они сделали следующее. Они сделали пассивный режим на серверах Arizona RP. Пока что, разумеется, ничего такого нету. Но в целом, как мы можем знать, есть один такой журнал в GTA Сампе, вообще он во ВКонтакте, но он на GTA Сампе, поэтому скажем, что он в GTA Сампе. И, в общем-то, там они опубликовали скриншот с официальной вот этой вот, знаете ли, мастерской Arizona RP Games Roleplay, Mobile, все прочие вещи, где они такие написали, типа, призрак. Вот просто призрак. И это равносильно тому самому пассивному режиму из GTA Online, когда вас никто не может убить, и вы никого, как вы понимаете, убить не можете. И как лично мне кажется, но это легендарно. Почему раньше? Вот не почему раньше на каком-нибудь Advance, на каком-нибудь Diamond, на каких-нибудь там, я не знаю, прочих серверах никто до этой фишки не додумался. Это же гениально.
Это же я не знаю, 12 из 10, это, блядь, заверните 2 и дайте еще там 400. Я думаю, что вот этот вот режим призрака, его нужно вообще продавать за азе монеты, да, чтобы как бы чуваки не расслаблялись и такие, типа, блядь, ну, 25 азе монет в целом, я думаю, можно задонатить, чтобы меня не убивали. Или вообще вот этот вот, знаете, весь режим призрака, его, возможно, по подписке там продавать, чтобы там человек в месяц платил какие-нибудь азе монеты свои, и все, и мог там уже беспроблемно как-то играть на Arizona Games. Как бы игроки создали проблему, а разработчики, а вот эти вот все капиталисты, стоящие за всем этим проектом, они на этом немного наварились. Но, разумеется, это все шутки. Я более чем уверен, что функция будет бесплатная, хотя вот в целом было бы, наверное, очень неплохо. Они бы в очередной раз подорвали жопы вот этих вот всех дебилов, там, с Trinity Roleplay, там, с какого-нибудь Gambit Roleplay, где они привыкли вот этими командами дрочиться, где никто никого не дэмит. В общем, скука смертная, никому абсолютно точно не нужная. Поэтому, вы знаете, было бы неплохо, если бы они вот эту вот самую функцию призрака продавали за деньги, за азе монеты. И тогда было бы, ну я считаю, что было бы забавно, как минимум. А как максимум было бы достаточно неплохо вот с таким вот совсем режимом поиграть, проверить, как он вообще работает, как он вообще действует и все-все-все прочее. Однако на этом все. Это все, что я вам мог рассказать по поводу всего этого. И если вам видеоролик понравился, вы, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал или отписывайтесь от моего канала, ставьте либо лайки, либо дизлайки, пишите комментарии 4 слов, я их читаю, я на них отвечаю. И в целом, да, делайте все вот эти вот, знаете ли, ваши прочие дела, чтобы я мог, типа, развиваться, жить. А также подписывайтесь на мой телеграм-канал, ведь если меня везде забанят, то вы сможете найти меня всегда в моем телеграм-канале. Там уже более 500 участников, более 500 подписчиков, более 500 вот этих вот всех остальных замечательных людей. Поэтому, да, там выходят мои подкасты, там выходят мои ответы каким-нибудь GTA сам ютуберам, если они меня где-то там упомянули, что-то там как-то, я не знаю, наврали, сделали все прочие вещи, и когда я отдельный ролик снимать не хочу, или там не хочу запускать стрим, чтобы на все это отвечать, я буду отвечать в Телеграме. Поэтому заходите туда, подписывайтесь, и там все будет замечательно, неплохо и вообще отлично. Всем спасибо, увидимся завтра тут же в 20:00, либо немного пораньше, либо немного попозже, это не имеет особого значения. Всем спасибо за просмотр, всем пока.